Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Сегодня, как я и обещал, будем открывать сундуки, а также отправимся опять на таинственный остров для того, чтобы все-таки выбить из сундучка редкое животное. Не знаю, получится у нас, нет, но пройдем еще разок. Так, все здесь забираем пока что. Так, открываем этот сундучок, что он нам даст, интересно. Ну давай, 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 по-быстренькому. Так, броня синяя. Ну ладно, ее мы оставим, эту броньку тоже оставим. Все отлично. Так, подарками, ребята, я займусь позже. Ну, а сейчас, я думаю, пора навестить таинственный остров и разбомбить их всех. Будем проходить на ускорении, так как мы уже с вами играли в нее, знаем, что почем здесь. Ничего страшного не будет. Давай-давай, охламоны, блин. Ложитесь. Слушайте, ну вот эти вот броньки, наверное, тоже будут, да, выпадать, я так понимаю, которые коричневые, типа чешуйчатые. Но они, если честно, мне не очень нравятся. И маска какая-то дурацкая. Все-таки лучше те, которые вот сверкают такие. О! Кто посмел нарушить покой острова весны? Кто дерзнул навлечь на себя мой гнев? Зверюга опять поет. С нами беседует владыка этого края, будьте почтительны. Ха, мое имя известно по всему миру. Знаешь же, жалкий зверюга, что в бою тебя поверни Дональд Православный, знаменитый. Я плохо слышу тебя, букашка, но твои слова все равно ничего не изменят. Готовься к смерти. Войны, настал час славы, победим змея и завоюем этот остров. Ну вот, опять понесло мальчишек на войнушку. Эй, не увлекайтесь там. Ха, даже принцесса здесь выступила. А не было в прошлый раз такого. Ну что, ребят, давайте, наверное, накажем этих сосунков, я думаю, да? Ну, а пока я их буду разбирать, хотел бы вас спросить, вообще, стоит показывать полное вот это прохождение этого острова? Или лучше все-таки снять просто концовку, когда я воюю с последним боссом и показываю, что выпадает из сундучка? Так что ваши пожелания пишите мне в комментарии. Так, хорошо. Будем сегодня еще сундуки вскрывать, не забываем это, но дождемся, когда мои воины будут хотя бы немножко покоцаны, пока они у меня в полной норме. Так, с манной у меня, ну, в принципе, неплохо, я даже думаю, может быть, что-то будем сегодня с вами заказывать. Так, ну, естественно, или зеленая шмотка, или синяя. Все зависит от того, что нам будет выпадать из сундуков. Пока, кроме ресурсов, я ничего не вижу. Ну, а как вы знаете, ребят, это нам все не нужно. Ресурсы сейчас меня вообще не интересуют, потому что делать мы ничего не можем. Здания прокачаны все по полной программе, так что куда тратить это, я не знаю. Хотелось бы, чтобы разработчики наши придумали бы что-нибудь новенькое, так вот, какое-нибудь новое здание или новые комнаты, где мы можем с вами применить ресурсы. Да и в конце концов, пора уже, наверное, повышать уровень. Хотя бы до 150-го и комнаты, соответственно, улучшать тоже. Так, ну что, пока ничего вообще хорошего нам не выпадает. Вот зеленка, это, конечно, хорошо, на кристаллы все пойдет. Будем с вами крафтить тогда синюху сегодня. Хотя, кому она интересна, да, ребята, эта синюха? Ну, для меня, поверьте, интересно. Так как я сейчас ничего сюда не вкладываю, ни день, ничего, все приходится делать своими ручками. Да, все долго и муторно, но зато практично. Ну что, ребят, по-моему, пора нам опять сходить на остров, немножко повоевать, да? Два сундучка заработали, замечательно. Так, с Аклануцем всем привет, сразу передаю. Войны зверя. Ну что, здесь у нас обычные ребята, которых мы сейчас просто-напросто положим. А потом уже будет микро-мини-босс, назовем его так. Ну, здесь, как видите, вообще все без проблем. Я даже на ускорение играю, потому что я прекрасно знаю, что здесь все сосунки будут падать на ура. На последнем боссе еще можно немножечко испужаться, но это, ребят, так, формальная видимость. Так, у нас уже, кстати, скоро с вами будет, ребята, перебор по ресурсам. Я даже не знаю, куда это все потом девать. Ёлки-палки. Так, ну что, вот он у нас, мини-боссик. Да ну, брось ты, вата. Лучше падай по-хорошему, и твои големы тебя вообще здесь не спасут. Мне вот интересно, что будет, когда закончится имент? У нас будет закрыт этот остров или что-то на нем будет придумано другое? Например, по какому-нибудь другому празднику, тот же самый 8 марта или еще что-нибудь в этом роде. Просто интересно. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, дальше открывать, что у нас тут будет. Ну, ничего, кроме ресурсов, я даже не ожидал, если честно. Ну, а если даже будет выпадать шмотки, то опять же какая-нибудь белеха или зелеха. В общем, особо никакой разницы нет в этом. О, видите,
песочные часы, естественно, их я разбиваю, потому что они очень слабые. Мне они не пригодятся, у меня там синих хватает. Ух ты, ну такими темпами, ребят, я себе точно забью полностью. Так, ну это мы, пожалуй, оставим на 7 уровень. Ну слабенько, конечно, но... Кстати, я сейчас чувствую себе весь инвентарь опять забью всяким хламом. Колечками, шмотками, потому что сундуков у нас, как видите, много. И больше чем уверен, что очень всякого много барахла будет выпадать. Так, это мы все чикаем. Ничего пока хорошего. Эти арбалеты зеленые, зачем они нам, да? Согласитесь, они не нужны вообще. А разбирать их одно удовольствие, потому что это все-таки кристаллы. Да, зеленые, но будем делать синие шмотки. Потом синие шмотки будем разбирать, будем делать фиолетовые. Фиолетовые разбирать легендарные. Хотя за этот остров, на котором мы, ребята, сейчас тусуемся, там есть шанс выпадания легендарной шмотки. Но я представляю, какой он мизерный. И также, наверное, шанс выпада этого зверя тоже, наверное, малюсенький. Так, ну что, давайте здесь подтушим, наверное, этого голема огненного. Нечего ему здесь делать. Кстати, давненько его не было. Так, и пойдемте с вами опять на остров. Тут у нас, блин, еще прилично проходить. Но, тем не менее, все это быстро делается. На ускорении играть одно удовольствие, согласитесь. Блин, скоро премиум закончится. Даже не знаю, блин. Даже не знаю, как быть. Очень долго, ребята, у нас идет прокачка персонажа. У меня лишь 92 уровень получили мои основные воины, которые сейчас в тренировочной находятся. А я хочу их до 95-го, это как минимум, продержать. Но на данный момент, представляете, им, чтобы поднять уровень, нужно 5 дней там потусоваться. То есть 3 дня по 5... Ой, 3 уровня по 5 дней, 15 дней. Это ж охренеть можно, 2 недели. И это только у двух героев. А у меня их 6 в команде. Даже не знаю, тут как-то... И денег неохота, ребята, вкладывать, если честно. Хочется своим путем всего добиться. И в то же время, блин, ну сколько я буду так добираться до этого. В общем, ребят, пишите в комментариях, стоит вложить маленько денег, чтобы поднять своих воинов, или же будем развиваться тихо, медленно, но уверенно своими силами. Так, давайте бомбить их всех. Все, упали, замечательно. Сколько у меня еще сундуков там осталось, а? Интересно знать. 122, ё-моё, это еще... Это я только лишь 30 сундучков где-то, да, открыл? Жесть. Так, ну что, ребята, очередной у нас босс. Давайте-ка его, наверное, забомбим, а уже потом будем открывать сундуки. Так, это у нас лучник. Ага. Со своими деревянными солдатами. Короче, это Урфин Джуз. Давайте, короче, будем сейчас, наверное, замораживать, потому что он их что-то хилит и хилит. Вот так вот. Блин, опять эта мелкая летающая мышь вылетела. Порталовская причем. Да падает уже, елки-палки, выделываешься. Так, а это все наяривает, строчит. Так, ну все, давай, падай уже, хламонище несчастное. Все равно тебе не справиться с нами. Так, синий сундук мы получаем. Кстати, надо будет их тоже пооткрывать все. Я, кстати, из-за чего открываю белые сундуки, чтобы побыстрее добраться до синих. Меня они интересуют больше, чем эти обычные. Так, давайте продолжать. Так, ну красные сундуки, ребят, я не буду вскрывать, я их оставляю специально себе для портала. Потому что, когда мы будем с вами портал фармить, они нужны будут, потому что дают яблоки. Каждый сундучок дает 45 тысяч яблок. Если 10 сундуков, соответственно, 450 тысяч яблок. А это довольно неплохой задел, если фармить портал. Так, ну это оставляем. Это, пожалуй, тоже оставим. Синие, так. 4,9. Блин, ладно, хрен с ним, пускай лежат пока. А вот это вот нам не нужно. На 87 уровень. Зеленые кинжалы. Вот если бы были бы хотя бы синие, ну а лучше эпические. А в идеале вообще легендарные. Так, это разбираем. Ну что, зеленка вроде бы к нам прет. О, синий амулет. Броня и здоровье. Ладно, фиг с ним, оставим. 93 уровень. Пускай полежат пока. А вот мы и добрались и до синих, ребятушки. Так. Ладно, хрен с ним, пускай лежит. Не-не, вот это нам не нужно, это разбираем сразу же. Так, вот это тоже нам не надо. Давайте чикать. Книжка для алхимика, пускай лежит. Броню эту уничтожаем. Обычную... А, все, у нас кончились пока сундучки синие. Пошли обычные эти сундуки, в которых, как обычно, белый шмот, хлам этот.
никому не нужный. Ну-ка, ёлки-палки, броники, всякие топоры. Чушь собачья, короче, нам падает. Конечно, все это чикаем. Так, ладно, это колечко мы оставим. А вот эту броню, естественно, будем уничтожать. Так, ох ты. Я уж думал, сейчас что-нибудь такое выпадет, когда он раздувается, так там обычно что-нибудь хорошенькое выпадает, а тут шиш там. Ну, посмотрите, ребята, сколько хлама, а? Ёлки-палки. Так, ну что, 91 сундук, из них там где-то с 20-30 красных. Так что надо сходить на боевку, а потом опять продолжим, ребят, да? Тем более здесь аборигены, которые очень ватные, сейчас они просто будут у нас здесь падать. Так, все шикарно, видите, все без проблем. Получаем опять же, блин, обычный сундучок. Не радуют они меня. Я, в принципе, и вторжение-то прохожу сколько не из-за сундуков, а из-за билетика на арену, ребят. 23 билета у меня уже лежит. Все, никак не могу я выбраться на эту арену. А если выбираюсь, то меня там сразу колбасят. В общем, по 100 этих билетиков копитесь. Ну, я как раз где-то, наверное, через месяца 3 накоплю себе на первый артефакт. Как иначе-то, больше не знаю. Единственная надежда, ребят, что вот за этот ивент, который сейчас у нас идет, хоть какую-нибудь легендарную шмотку себе получить. Желательно, естественно, на свой уровень, ну, можно чуть-чуть повыше. Вот, капельку приодеться, и, может быть, тогда мы двинемся все-таки с мертвой точки. Ну, естественно, это все идет разговор без доната, ребят, без вкладывания сюда денег реальных. Да что ж такое, что вы мне всякие вот хламды, ну, хотя бы зеленку давали. Нафиг мне вот эта вот белая фигня вся, а? У меня этих кристаллов, знаете, сколько, ребят, обычных. И они мне все дают, дают. Лучше вы тогда просто ресурсы мне кидали вы. Так, скалку мы оставляем, пробирку эту тоже оставляем. Вот это вот разбираем, никчемный несчастный лук, бедный. Тоже разбираем все. Надо будет как-то потом заняться, ребята, своим инвентарем. Опять хлама стало уже очень много. Ну, а пока продолжаем бомбить этот остров. Мне все-таки кажется, что лучше при следующей записи игры просто-напросто оставить уже конечный бой с боссом и просто вскрывать сундук, смотреть, что из него выпадает. Верно? И так, наверное, с недельку именно концовки эти позаписывать, потом снять ролик. В общем, предлагать свои идеи по поводу игры, ребята. Так, зеленое кольцо, несчастное, которое... Давайте синее закажем, у нас пока кристаллов хватает. Так что будем их, как говорится, вкладывать в нужное дело. Броник, конечно, хотелось бы, но, извините, манны у нас не хватает. Так, ну что у нас тут? Еще много сундуков? Ой, елки-палки, я как посмотрю еще их сколько здесь лежит. Аж вздрагиваю. Так, ну я вам обещал вскрыть их в этой серии, поэтому, как говорится, и делаю. Так, давайте-ка мы это чикаем все. Белый меч, ё-моё, а. Так, давай, не томи, быстрее. Так, щипцы мы тебя ставим. Пригодятся вот лук. Сколько вы мне луков? То луки, арбалеты. Очень и очень, кстати, часто они мне выпадают. Так же, как и броня на мага. Ряса это. Это как бы самое частое, что мне выпадает. Так, колечко. Топорик, топорик оставляем. Бензопилу тоже оставим. Так, подождите, вот это мы уже не будем тратить. Мы уже с вами дошли до красных сундуков. Так что, пойдемте еще разочек повоюем маленько. Можно даже, я думаю, хотя вряд ли мы успеем. Ладно, если у нас получится сейчас, ребята, одной заходочкой сразу дойдем до босса. В общем, все будет зависеть от здоровья моих бойцов. Так, отлично, здесь завалили всех. Ну, они уже маленько покоцанные, как вы видите. Блин, особенно лучник, ладно, давайте тогда еще. Тут у нас такой, скажем, квадратик, который нам нужно пройти. Буквально 4 волны вот этих вот хламонов. Кстати, да, ребята, хотел сразу вам сказать по поводу игры «Безумные монстры», которую я прохожу. В общем, какой-то баг или лаг там произошел. Короче, набиваю себе уровень. Ну, вы помните, мне нужно было там набить 14 уровень. Вот, я его набиваю, происходит баг, меня откидывает
где-то на уровне 3, и мне приходится все время это заново проходить. То есть я 5 раз пытался, 5 раз меня откидывают, и я не могу сдвинуться с мертвой точки. Если что-то исправят, ребята, обязательно выйду в следующей серии. Так что ждите, подписывайтесь. Поехали. Так, ага, здесь у нас... Да, конечно, будем разбирать этот хлам у нас, но он нам не нужен. Давайте следующий вскроем. Так, здесь зеленый лук тоже на разбор попадет. Давайте, наверное, все синие сундуки сейчас с вами откроем. Так, ну здесь мы оставляем. Хорошо, что, кстати, у нас тут выпадают эти кристаллики. Меня это радует. Так. Я тут, правда, немножко вложился в своего бойца. Мне пришлось поднимать уровень за 200 кристаллов. Да, а так бы пришлось там очень много времени ждать. Ну что, у нас еще немножко сундуков осталось. Я думаю, что давайте мы с вами допройдем все-таки этот остров. Тут осталось совсем немножко. Так, голем с боссом. Естественно, мы сейчас его разберем. Потому что он будет призывать големов, да? Эти големы будут распадаться. Появляется еще два голема, поэтому заморозка нам не помешает. Так, делаем дубликатики. Так, и последний. Все, отлично. Давайте его быстренько разобьем и побежим. Дальше, как говорится... Да что ты? Ага, вот они. Вот о чем я вам говорил. Да, в принципе, они ватные и... Можно будет проходить без проблем. Единственное, что он будет их постоянно призывать, поэтому заморозка для него действует, как, знаете, как этот стан. Он пока в стане ничего не делает, и мы с вами его просто быстренько заколбасили. Так, ну что, по здоровью они немножко у меня покоцаны. Правда, вот за счет того, что у нас мощная сейчас лечебница, они быстро восстанавливают себе ХП. Знаете, ребят. Так, добавляем магию. Кстати, не так уж и много ее осталось, но я думаю, для последнего... Оу, еще и с манной у нас проблемы. Ладно, фиг с ним. Пока обойдемся тем, что у нас есть. Да-да-да-да-да-да, конечно-конечно, не пыхтите. Нет, ну с другой стороны, ребята, да, красивая, конечно, такая вот. Даже я бы сказал, не локация... Ну и локация, в принципе, красивая. Ну и сам сюжет мне нравится. Такое ощущение, что мы где-то в тибетских горах с вами там лазим. И... наказом этих воинов. Вы представляете, если мы будем по разным эпохам с вами путешествовать? Сегодня у нас Китай, завтра там еще что-нибудь. Вьетнам, ё-моё. Я представляю, такие вьетнамцы тут на нас нападают. Ну, это шутка, конечно, была, ребят. Но, тем не менее, все равно, как говорится, разбавить вот этот вот контент игры было бы неплохо какими-нибудь веселыми вот такими вот моментами. Так, ну что... Все это забираем. Здесь у нас с яблоками, в принципе, никаких проблем нету. У меня еще сегодня предстоит вторжение, но я не знаю, буду ли я его записывать или нет, ребята. Давайте, предпоследний бой у нас до босса. Вторжение, наверное, буду проходить, но снимать не буду. Потому что нет смысла, ребят. Все прекрасно знаете, что это такое. Все прекрасно знаете, как я его быстро прохожу. Арену тоже я никак не могу заснять. Это, извините меня, по 40 минут ждать, когда я попаду, и снять один бой, когда я там проигрываю, как-то тоже пока нету. В игре у меня сейчас два основных аспекта. Это первое — развить своих воинов до 100 уровня. Ну, а второе, естественно, и ходить, и как можно быстрее. Причем одеть желательно в легу, желательно в фул. Ну, сколько, опять же, у меня на это уйдет времени, ребят, ума не приложу. Поэтому, ребятушки, и серии у меня очень и очень сейчас редко стали выходить, потому что, ну, чего мне здесь сейчас записывать? Как мои воины сидят в тренировочной и развиваются, или как я прохожу вторжение, не вижу пока смысла. Вот, видите, появился у нас сегодня островочек. Мы его и проходим, так сказать, фармим. Все-таки и вам интересно, ну и мне интересно, что-то новенькое, свеженькое, есть смысл заморочнуться, как говорится. Как говорится, разбавили немножечко себе... контента. Так, нормуль. Ну, как сказать, нормуль, да, ребят, ничего пока нормального нет, вот это вот вся ерунда выпадает. Хотелось бы, конечно, побольше зеленки, пускай даже, а не обычных всяких там колечков, которые никакого толка нам не дают. Ну вот, смотрите, опять накапал себе всяких шмоток там, на лесорубов. Надо будет обязательно все это зачищать. Как ни крути, вот эта булава нафиг нам не нужна. Нет, конечно. Не нужна она мне. И вот эти вот все амулеты белые тоже не нужны. Лопата, ладно, лопата еще сгодится. Но эти кинжалы нафиг не нужны.
Ну что, я думаю, что потихоньку уже пора, ребят, наверное, переходить к боссу. Сейчас добьем все эти сундучки белые с вами. Так, последние шмотки у нас тут на исходе. Так, кольцо на разборку пошло. Да сколько же у вас там, вроде бы уже немножко оставалось. Это разбираем, зеленый кристалл нам пригодится. Так, это оставляем. Это тоже... А, все, ребята, кончились сундучки, наконец-то они кончились. Ух, так, вот это нам не нужно. Зеленая ерунда затесалась у меня в инвентаре. Так, ну что, вроде бы нормуль все. Давайте с вами сейчас по-быстренькому разберем последнего босса, глянем сундучок, который с него выпадет. Ну и будем, наверное, закругляться на этом. Поехали. Ну что, здорово, зверюга, давай немножечко с тобой повоюем. Причем логово зверя написано наверху. Хотя мы с вами всю вот эту вот игру, что добирались до него, бегали все по одной и той же карте. А сейчас мы, видите, уже в логове зверя. Ну, как видите, он ватный, вообще ничего из себя не представляет. Намного хуже выглядит, чем наши драконы. Но, тем не менее, он повержен. А, мы с вами получаем еще и синий сундук. Так что мы синий, плюс еще ревард зарабатываем. Два сундучка. Сейчас мы с вами... Так, этот мы забираем. Ну что, будем надеяться, что что-нибудь нам все-таки хорошее выпадет. Так, давайте вот с синего начнем. И выпадает нам фуфло. Собака. Ладно, давайте этот теперь глянем. Дайте легу, легу, легу мне, дайте легу. Так, ну что, си... Ага. Все, ребят, я понял, никакой леги мне сегодня ждать не стоит. Но, тем не менее, две синие шмотки. Пойдет. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, будем на этом с вами закругляться. Конечно, хотелось бы раздать подарки, но буду делать я уже вне записи это все дело, чтобы вас этим не томить. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если что, ставьте лайк, пишите в комментариях. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока, ребята. До скорого и удачки вам.